Октябрьский денек. Пасмурный, не сильно жаркий. Мы внедряем здесь новые технологии. Учим, обмениваемся опытом. Передаем опыт засолки капусты. Первый этап. Нарезка капусты и морковки. Hi. Сейчас мы здесь научим тайцев капусту солить. Рубим здесь капусту конкретно. Капусту рубим. Со страшной силой. Вовка капусту рубит, а я морковку чищу. Мы завалим потаю капустой. Конкретно решили серьезный бизнес сейчас начать, пацаны. И девчонки. Тайцам понравилась капуста. Конкретно. Они узнали, что от нее сиськи растут. Сейчас они ее будут хавать из остановочки. Так, короче, капусту, морковку порезали, добавили соли. Вкусно.